Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Игры до 50 рублей». Продолжаем с вами проходить немножко так забагованный боевичок в стиле комиксов под названием «Metal Команда». Ставим лайк и погнали! Итак, третий акт, Silent Forest, Тихий лес, так он переводится, наверное, скорее всего. И у нас снова, сколько? 3 и 8, снова стадий. 8 стадий, окей, погнали. С первой Normal. Так, покупка, по-моему, сейчас, да, будет? Покупка. Не знаю, как по звуку, я вроде опять что-то уменьшил. Что-то потише сделал, короче, но все равно не знаю. Здесь, наверное, в игре слишком все забаговано. Так, ладно, окей. А что мы еще не выбирали? Давайте купим бомбы. Давайте сразу несколько штук. Давайте 5 штук бомб. Мы не выбирали вот эту вот штуку. Башмак не покупали на 30%. И погнали. Окей. Так, мы прокачали с вами. Смотри, какой это макак. С боксерскими перчатками. Мы прокачали с вами свою УЗИшку еще почти полностью, кстати, прокачали ее. Так надо как-то поудобнее. Окей. Так, погоди. Хера, он там с базуки уже херачит, понял? Уже новые враги уже с базуками. Новые танки. Ты только посмотри. О, пушка! Отлично, новая пушка. Наконец. А чё он не умирает? Погодя, он не умирает. Вот этот не умирает. Погоди, я гранату. Как мне поменять? А кстати, смотри, эти бочки. Эта пушка не убивает. Погоди-ка, давай умри. Окей. Так. Бочки, вот эти шкафы, эти ящики. Да что все мешает-то? Короче, кого убью, того убью. Кого получится убить, того получится. Эти почему-то не тухнут, не убиваются. Вот теперь убиваются. Непонятно, как это работает. Но бахает она, смотри, не сила. В смысле не прыгает? Что за бред? Все, отлично, ладно. Горе пополам. Получилось, горе пополам, окей. Так, следующая миссия. Следующая миссия. Погнали. Я думаю, остальное не стоит вообще покупать, не знаю. Покупаем только, короче, как и договаривались с вами. Чисто. Бляха, опять этот, смотри. Окей, я снова перезагрузил, короче. Буду так периодически перезагружать, потому что, ну, сами видите, какой-то вот баг непонятный. Экран темнеет. Неудобно вообще не сидеть. Окей. У нас, кстати, пропало оружие. Оно, скорее всего, дается чисто на эту. На
на миссию, если мы находим чисто с ним можно бегать в той миссии, в которой мы ее нашли. Так, у нас есть супер нож. Вам бы как-нибудь запрыгнуть. Разбаны. Я так. Вот так, вот так, вот так. Все отлично. А куда? А, мне вверх надо, что ли? Погоди. Да ладно. Ой, а я куда-то ищу. Я куда-то провалился. В смысле? Что происходит с этой игрой? Помогите. Так, я, собственно, короче, опять перезагрузил игру. Я так предполагаю, мне надо наверх. Окей. Давайте пробовать. Да, вот народ попёр. Мне надо к ним, короче, забраться, чтобы ножичком все погасить. Отлично. Выше. Макака. Так. Я еще и гранаты использовал, что ли? А, нет, не использовал гранаты. Все нормально. Так, а как я. Как теперь наверх? Погоди, я же не запрыгнул. А, нет, смотри, запрыгнул. Я думал, я не допрыгну за эту платформу. Окей. Бутер. Ладно, мне нужен бутер. Так, главное не шмякаться, потому что опять заново подниматься надо будет. Смотри, прям разнообразие, да? Прям такое разнообразие. Сначала мы всегда шли вперед, теперь мы поднимаемся наверх. Все, отлично. Я типа всех замочил, что ли? Нормуль. Хотя снизу еще были враги. Окей, погнали. Надеюсь, снова багов не будет. Так, ладно, погнали. Хлоп. Следующая миссия. Так, так, так. Блеха, вот бесит. Вот бесит прям. Короче. Я не стал ничего покупать. Заметили, да, то, что когда получается, когда я покупаю что-то, поэтому начинается уже темнеет экран, как бы скрипт не срабатывает после покупки. Он остается на экране. Не переходит в следующую стадию, так сказать. Поэтому я не стал ничего покупать, хотя. Видите, да, у меня этот магнит все равно работает. Так, погоди, вниз я могу спрыгнуть? Да. Там макака, короче, в воде застряла, смотри. Все отлично. А, я думал, эту гранату можно взять. Сейчас бы взял. Сейчас бы взял гранату. Мне плевать, у меня бесконечные запасы ХП, бесконечные запасы хилки. Мне плевать на это. Что они там что-то пытаются, что-то там толпой на меня лезут. Мне плевать. Я иду с их ножичком чикаю, я говорю чикаю ножичком, знаешь. И... Просто идем напрямки, просто наповал всех. Кстати, изначально только дали пушку одну, один раз только. Хотя бы, не знаю, сделали бы так, знаешь, хотя бы один раз за всю миссию какое-нибудь оружие. Было бы прикольно, согласитесь. Так, а это миссия не с боссом? Интересно.
Или там всего, я не помню, там на карте всего два босса были. О, бомбардировка пошла. Все, отлично. Снайпер идет лесом, короче. Бомбардировка снова. А мне плевать. Я терминатор. Я делом сделан из мяса. Что-то какая-то продолжительная миссия, вам не кажется, да? Так, макак это? Макаку забыли. Стоп. А чё это? Мне надо тебя убить? Вас убить. Как это работает, непонятно. Окей, давайте, следующая миссия. Так. Четвертая стадия. Четвертая стадия в третьем акте. Погнали. Не буду ничего покупать, дабы не словить очередной баг. Хрен с этими монетами. Все равно уже покупать ничего не будем, нам главное сейчас закончить. Третий акт. Мы, в принципе, распрощаемся с этой игрой. Будем уже смотреть следующие интересные проекты. Танки, в принципе, можно гранатами гасить. Но я хочу гранаты сэкономить на босса побыстрее, не чтобы гасить. Тут долго не ковыряться с ним. Парашютисты, десант. Отлично. Я не понимаю, как работает фишка прохождения, за определенное количество их убить, что ли, фиг его знает. Я даже, смотри, из-под низу могу, короче, ножичком чик показывать. Смотри. Оп. Получилось запрыгнуть. Эти танки просто ужасные. Он нас это не останавливает. Отлично, надо вот этих еще двоих дружков. Так, не допрыгнуть, погоди. А, да, go. Написано go, let's go. Короче, каких-то вот можно пропускать, а каких-то нужно обязательно убивать. Вот, видел, я снизу просто ножичком чикнул и убил. Все, отлично. О, босс! Босс! Какой-то, смотри, корабль, короче, или какой-то агрегат с головой какого-то профессора. А, ну здесь, смотри, можно... Ух ты! Видал, какая штука у него есть еще. Здесь можно, короче, смотри, его эти пушки раздолбить. Либо можно по основному корпусу бить.
Как бы так-то, в принципе, интересно, и боссы, знаешь, и вообще. Но если б не баги. Все, отлично. Так, лейтер. Погнали. Что у нас следующее там? Какая? Пятая. Пятая стадия. Погнали. Ничего не покупаем, короче. Сразу гол. Сразу гол, сразу let's go. Просто вперед. Просто вперед. Я думал, возвращаться не надо будет. Просто идем вперед. Напрямик просто по этой по зеленой саке пошел. Главное идти вперед. Так, а вот здесь уже танк нам преграждает путь. Мы его с легкостью своим УЗИ разбираем на части. Макаки. Макаки и морпехи. Смоги, смоги, макаки. Десант сверху. Очередной танк. Только старая версия. Так, вот этих сейчас мы немножечко в упор танк. И есть пробитие. Окей. Следующая миссия. Шестая. Две миссии, получается, да, осталось? Давай, десантируйся. Как интересно нашего главного героя зовут? Ладно, разбираем, короче, там. Это типа арт, короче. Просто ему на этот передок на капот, короче, прыгнул, что-то копшу. Погнали дальше. Бляха, бревна. Макака. Бомбардировка. Плевать. Мы супер солдер. Просто универсальный солдат, или как фильм-то был. Универсальный солдат, да. Жан-Клин Ван Дамон. Да макака сдох. Прикольно, если бы, знаешь, добавили какой-то сюжет в игру, и... Ну, про баги я уже молчу, потому что их слишком много. Ой, смотри, что я сделал. Добавили бы какой-нибудь сюжет в игру. Ну, прикольно. Типа...
Кто такие наши враги? Почему мы с ними боремся? Каким завязки, знаешь, там, типа. Да те же там, типа, завязки главных героев и там, типа, предательство было бы прикольно. Всякие завязки. Окей. Так, седьмая стадия. Предпоследняя. Погнали. Так, бежим вперед. Ну нет, смотри, платформы здесь. Но нам плевать. Платформы, не платформы, нам плевать. А, нет, надо все-таки на платформы. Надо все-таки по платформам. Вот элементы платформера подошли, появились. Так, стоп. Я запутался в управлении. Так. Теперь снова вперед. И не шагу назад. Если только перезапрыгнуть, запустить в случае бага. Ай, не допрыгнул. Хрен. Ой! Жесть. Бляха! Вот как меня бесит, да? Так. А ретро я могу сделать, да? Смотри, ретро не работает. И это не работает. Ничего не работает, только континуум работает. Жесть. Так, будем думать, что я, короче, там, типа, умер. Вот. Ждем, короче, платформы, получается, чтобы допрыгнуть, перепрыгнуть. Чтобы снова нам... Чтобы снова нам, короче, не это... проваливаться. Так, я думаю, нам сюда. Поверхность. Не там. Там что-то снизу, короче, палец по нам. Надо подзарядить свой энерджайзер. Свою хп. Так, поехали. Поехали, я говорю. Хаваем, хаваем хилку. В эту сторону. Десант. А здесь какой десант. Ты точно пригодилась бы пушка побольше. Так, окей, надо вот этих, наверное, гасить. Тогда все получится. Окей. И следующая миссия нас ждет босс. Окей. Во втором акте босс почему-то начался сразу же, а здесь сейчас посмотрим, как это будет. Окей, погнали. Не медлим ни секунды. Погнали. Не надо не забыть, короче, этого босса сфоткать. У меня работает в основном две кнопки нажаты. Это вперед и стрельба. Иногда, короче, КП. Иногда я думаю, что у меня эти кнопки скоро залиты. Не мешали, короче, я их загасил. В принципе, их можно, наверное, было не убивать. Ну ладно. Гоу! Давайте, доктор. Где босс? Мне прям интересно, что у нас за финальный босс? Кто? Прям вот это вот
очень интересно. Я в жопу сбил. Что, надо опять этих добивать? Или мне наверх? Скорее всего, наверх. Так, на машину я могу запрыгнуть? Могу. Сюда. Ножичком. Ножичком. Так, сюда. Сюда. Ножичком. Ножичком. Окей, ножичком, ножичком. Всех, всех, всех ножичком. Так. Наверх. Допрыгнул. Допрыгнул. Кстати, так, такое мы уже видели недавно. Прям вот похоже, знаешь, нет такого, в принципе, большого разнообразия в уровне. Мне вот похоже, а блин. Давайте уже просто хватит одно и то же. Если честно, вот мне вот, в принципе, поднадоело. Вначале было и прикольно, интересно. Первый раз, допустим, да? Второй еще так, более-менее. Окей, босс. Надо его сфоткать. Макака? Жесть. А при... Хочет спросить, а при чем здесь обезьяна? Вообще. Финальный босс, какая-то обезьяна. Так, я могу гранаты тебя закинуть? Ой, маленькие обезьянки побежали. Короче, я его так буду долго бить. А смотри, я пока вот этих обезьян не убью, значит, мне придется... На ту сторону я не могу перепрыгнуть. Не ори. Видишь? Да, это надолго. Это надолго. Это реально. И гранаты, видишь, я не могу докинуть. Короче, смотри, какой трэш начался. Я, короче, это, ну, вырезал там момент, потому что долго, слишком долго его бить. Трэш, короче, я просто не стал убивать этих мелких тварей. Такой трэш просто. Окей. Блок, блок, какой-то блок. Ладно, окей. Пройдено. Все три акта пройдено. И на харде его можно допройти. Так, тут какая-то штука. Окей. Тут, кстати, смотри, мы штуку тоже не взяли. Окей. Ну и, в принципе, все. Дальше на харде проходить смысла нет, я думаю, потому что мы чисто посмотрели игру. Вот. Ну и дальше в следующих выпусках уже перейдем к другим проектам. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.